Приплыли на лодке, нас встречает Сейшик, мой малыш, мой чудесненький, привет, мой хороший. Вот, да, Сейшик. А вот там, о, русские туристы. Ребят, вы откуда? Мы из Саратова. Ага, а вы? Тоже. Мы все очень рады Ане. У нее была самая крутая фотка с космической маской. Да, да? Спасибо. Давай поприветствуем аплодисменты. Че, Лех, кайфуешь, да? Кальянчик покуриваешь? Я устал впахивать, я уже не могу это пить, но работа есть работа. И я не погадаю ни сил, ни рук, ни живота. В бассейне еще, да, заставляют купаться? Купаться, фоткаться. Я очень не могу есть гуакамоле, соус демиграсс и так далее. Егор, хватит кривляться. Пивасик, попивай пивасик. Так живут участники Дома-2, зажрались. Какие рождены, кто-то рожден для удовольствия. Для шелухи, а кто-то... Представляете, у нас, оказывается, с другой стороны острова, где живут участники, есть такой потрясающий куреват, пляжик. А я даже не знала о нем. Теперь буду загорать чаще. Теперь я тут могу загорать, когда Андрюша у меня на съемках. Правда, тут нет интернета, но это же не главное. Кто ко мне пришел? Ко мне пришел, смотрите, Сэшечек, мой сладенький, мой сладкий мальчик. Ты что меня несешь по звуку, по голосу? Смотрите, я нашла маленького краба-отшельника. Ты куда побежал? Буц? Так забавно у него все складывается. Забавно складывается. Оп. Во. Я его как-то удачно взяла, чтобы он меня не укусил. Хорошенький. Ладно, беги.